Всем привет, дорогие друзья. И мы продолжаем играть растения против зомби 2. Да. Слушай, серию я пооткрывал кейс без записи. Ну и у нас произошел такой сброс. И я почему-то все стало бесплатно. Ну, ой, не бесплатно, но... Этот, а просто все растения дались. Ну, в Египте только. Вот, мне дались только. Это потому, что я сделал много. Вот, вот это растение далось, вот это букчел дался, и вот это растение далось, и вот это растение далось. Все, больше никакие растения не дались, потому что это последний. И вот, вот мы в первой серии прошли вот столько уровней. Сегодня мы, наверное, пройдем, не знаю. Ладно, пошли. Пошли. Давайте. Кто это против нас? Давайте посмотрим. Так, кто это против нас? Вот такой вот зомбачки. Ага. Берем кого? Вот этого берем. Вот этого берем. Бонг-чоу обязательно. Вот этого берем, вот этого берем. Ветродулку берем и все. Вот, она нам понадобится, эта ветродулка. Сразу нам нужно один улучшение, чтобы дать Бунчеву улучшение и он сломал все могилы. Раз. Зомбак там идет, ставим одного грохострельщика. Стреляет грохострельщик. Так, да. У него пули изменились. Это, наверное, из-за прокачки такой. А вот этого тоже изменились пули? О, да, у этого тоже изменились пули. А у всех изменились пули? Что ли? Ну, вот такой вот подарочек делаем. Пусть он там заморозится. И мы его еще туда сделаем. Вот таким образом. Потом что мы делать будем? Давайте мы сюда арбузу пульту поставим. Так. О, нет, тоже капусты какие-то крутые стали. Вы сами напросились. Вот так. Сейчас он отморозится, и я вот эту. Так. А пока мы вот этого поставим. Оп. Всех замораживаем. Аккуратненько. Мы всех заморозили, ребят. Сейчас они отморозятся, я их... Вот здесь никого нет, вроде. Вот здесь я их буду каждый раз замораживать. Минус один. А здесь Бунчоу сейчас поставлю чисто. Давай Бунчоу ломай. А пока я всех заморожу. Пока он всех сломает, я их всех заморожу. Иди отсюда. Что Бунчоу? Давай Бунчоу атакуй, атакуй. А, они сейчас съедят вас. Давай, 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 давайте, давайте, давайте. Аккуратно. Оп, 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 оп. Ветродульку берем. О, нет, замочки. Замочки. Ты куда приехал? Назад. Назад. Быстрее, замораживаем всех. Замораживаем. Давай, 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 давай. Давай, атакуй, атакуй. Давайте дадим это улучшение грохострельщику. Пошли, пошла, пошла, пошла. Все, победа.
Я слышу этот звук, как они падают просто на землю. Так, ладно, пошли следующее. Так. Давай, раунд. Следующий уровень нажимаем. Не будем в меню выходить. Реклама я вам пропускаю. Все, ребята, реклама прошла. Так. Так, что же там у нас за уровень? Ага. Какие зомбачки у нас? Нам не дали ничего выбрать. О, давайте вот этого возьмем. Просто берем. О, это выкапыватель. Я знаю этого чувака. О, у него тоже пули вы... Типа ставишь его, и оно выкапывает, да? Да. Вот это чёрт был чувак. Чел, ставим... Ставим вот таких вот чуваков. А вот здесь нам тоже надо, чтобы он взорвался. Ну и надо, чтобы он задерживался. Поэтому ставим вот так. А давайте чисто все минно сделаем. Минное поле для зомбачков. Минное поле для зомбачков чисто. Мы всех уберем, но... Мы всех уберем, короче, но... Мы будем делать минное поле. Минное поле для зомбачков. Покупаем улучшение и минное поле для зомбачков. Давайте, кто победит? Все в мине. Давайте, кто победит? Вот, давайте, все минное поле. О, минус чел. Бабах! Бабах! Бам! Все, минное поле победило. Это победа, ребят. Победа между зомбачками. Это хорошо. Давайте. Кстати, ребят, на мой телеграм только один человек за день подписался. Ребят, подписывайтесь на мой телеграм. Это вообще не сложно. Пишите в телеграме разные игры, там вылазит мой телеграм, и все. Рекламу я вот перемотаю. Так, все, ребята, реклама прошла. Следующий. О, какой-то зомбак сильный попался нам. Угу. А против этого сильного... Зомбака будет кабачок, вот этот пойдет, вот этот, и все. Хотя давайте одного уберем и посмотрим рекламу за вот этого чувака. Перемотай рекламу. Все, ребята, этот чел у нас появился. Сейчас мы пошли. Так, сразу же я хочу поставить того чела, который мы сейчас делаем, протестировать его, так сказать. Вот какое. Ого себе. Это крутой чел. Давайте. Давай. Бро. Сжигай его. И сама сила. Бро. Молодец чисто. Лава-глава давай поставим против него. Здесь мы поставим еще огненного стрельчика. Давай. И кабачок, давай, ты крутой, бро. Давай, буранчик, давай. Или, не знаю, я просто так сказал, буранчик. Давайте. О нет, нашему нужна помощь. Давай, сжигаем всех.
Давай, 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 давай. Сжигаем, сжигаем. Сжигаем всех. Сжигаем. Ну, сейчас будет жарко. Все, минус все зомбаки. Давайте вот этот бур, вот этого чувака возьмем. И его суперсилу дадим. Суперсила и вот этого суперсилу. Брау! Все. Сработали вместе. Там последний чел остался. Давайте его просто... О! Победа. Ой, победа. Так. Нам дается опять эта штука. Открываем. Давайте открывать. Открывать, открывать, открывать. Открывать. Давай, 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 давай. Берем, 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 берем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оп. Оп. 70 кристаллов берем. Открываем. Да, еще я хочу взять на его. О, реклама, ребят, я вам перемотаю. Все, ребят, реклама пришла. Так. О, я знаю, это квесты. Опять эти квесты. Ладно. Ладно, кого берем? Мне кажется, кабачок здесь уже не подходит. Вообще, кабачка оставляем. Ну вот, ну вот. Грохострельчик огненный. Очень сильный. Поэтому мы его берем. Здесь бы еще пригодилось вот это растение луковица. Очень бы пригодилось. Когда мы его выпьем, будем делать, брать его. Кого еще мы возьмем? Давайте чисто команда Грохострельчика. Вот, команда Грохострельчика. Больше никого не берем. Ну или давайте здесь. Какие здесь растения? Я сейчас перемотаю вам рекламу, ребят. Я перемотаю вам рекламу. Все, ребят, я посмотрела рекламу. И вот, это зубастик. Ребят, такой красивый. Вот. В первой части он не такой красивый. Спасибо всем. О, рекламу. Я обожаю тебе рекламу. Давай, давай, быстрее, зубастик загруживайся. Так, все. Я никого теперь не буду ставить, кроме этого зубастика. Давай, подходи, зомбак. Зомбачок, да, молодец. Давай еще. Мы ставим зубастик. А что он будет делать? Да. Хоп! Оп! Ай, сожрал. А все жевать, жевать. Два только надо. А если бы еще вот это сделал? Оп! Пылесосом взял. Пылесосом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пылесос, давай пылесос врубай. Все, пылесос врубили. Теперь ты ешь. Ешь. А ты лаву-главу ставь. Там лаву-глава пригодится. Потом здесь ставим зубастика, чтобы он съел. Здесь выбиваем шарманку. Нет, шарманку. Выбиваем. Давайте поставим вот этого чувака. Даем ему суперсилу. Потом мы даем, здесь ставим грохострельчика. И зубастик. Делаем пылесос.
Оп, давай пылесос всех засасывай. Все, победа? А, нет, еще один человек. Возьми его пультик. Да, все, значит. Нам дается бомбчел, но это такой. Ну, у нас он уже есть. Да. Он уже у нас есть. Он уже у нас есть. Он у нас есть. И... Алло? Игра? А, фух. Так, а давайте вот сейчас просто выйдем. А, нет, он нам не дадется за лучший дневник. Ой, нет, реклама. Подождите, ребят, я сейчас подвижу сделаю и вам перемотаю, подождите. Реклама. Сейчас я вам перемотаю. Все, ребят, реклама закончилась. Так, давайте выйдем в дневник. Сколько там, да? И чисто пойдем в магазин. Что там у нас? О, это что? О, это круто. Это круто, круто. Круто. Вроде вот это. Что? Что это за значок? Ладно. А здесь. Можно я это куплю? Это что? Я эту рекламу посмотрю. Я за эту рекламу посмотрю. Нам это растение дадутся или улучшение? Я рекламу перемотаю рекламу. Все, ребят, вроде реклама закончилась. Да. Одно улучшение? А, это одно улучшение. Давайте вот это откроем. Ну и вот это откроем. Ладно, у меня что-то там засветилось, когда я это улучшение открывал. У меня что-то засветилось, это надо сюда зайти. У меня что-то засветилось, ребят. Магнит! Я забрал магнита. Не, ребят, больше я улучшения не буду открывать. Я не буду открывать эти... Я не хочу играть не по-честному. Ну и ладно. Каких я там замочков? Больше я никаких. Ладно, пошли в уровень. В уровень. Хотя давайте не в уровень. Зайдем на квесты.
Вот, давайте пройдем вот этот квест. 5 раз победить, и когда пройдем этот квест, мы уже закончим ролик. Да, вот так. Так, это первый... Ого, какие зомбачки! Ладно, давай. А, зачем нам солнышко подсолнечко? Магнитофон оставим. Магнитость. Здесь, кстати, нельзя этот ставить улучшение, покупать. Нет. Не, ребят, мне кажется, я за один ролик не смогу все это пройти. Реально. Потому что 5 уровней. Я уже 3 уровня, 8 уровней. Нет, я не 3 уровня. Я 4 уровня. Не, лучше давайте я вот этот уровень пройду один раз сейчас, а потом зайду какой-то другой уровень. Давай. Ой, я не знал, что он притягивает. Что делать? Все, вот так вот будем делать. Все. Давай атаковай. Давай. Колечки, давай. Ты должен справиться, пока он не съел стену ореха. Огромного улучшения. Давай, уничтожайся. Да он уничтожится реально уже. У него уже стекло подбито. Да. Победа. Это было очень легко. Следующую катку не пойдем. Будем потихонечку, помаленечку идти. Это реклама, да, реклама. Так, все, ребята, реклама закончилась. Короче, ребят, обязательно подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, пожалуйста. И вот второй подписчик, это мой друг. Я его попросил подписаться на мой телеграм-канал. И, короче, он подписался. Типа, никто из вас до сих пор не подписался на мой телеграм-канал. Ребят, подписывайтесь, пожалуйста. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там выходят разные вопросы. И там вышел вопрос, снимать мне лицом или нет. Ну, типа, я играю игру, но видно лицо, мое лицо. И там мой друг проголосовал, ну, нормально. А вот ты, я проголосовал, я не проголосовал.
Нет, я проголосовал, конечно же, да. Просто так. Ну или нет, не знаю. По мне умению это прикольно. Я даже сейчас могу сделать, чтобы мне видно было лицо. А, нет, я не могу. А, да, могу, ребят. Сейчас сделаем, ребят. Сейчас. Так. Ну, зачем это надо? Ну, ладно, вот, сделал. Вот, всем привет, ребят. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!